Сегодня в разных странах мира отмечают День Святого Патрика. Христианский святой стал не только покровителем Ирландии, но и одним из ее символов. С национальным праздником президента Ирландии Майкла Хиггинса поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко. День Святого Патрика немыслим без костюмированных зеленых парадов. Зеленую одежду носит даже королева Великобритании. В больших городах в этот день зелеными становятся даже элементы ландшафта. Так в Сиднее подсвечивают зеленым оперный театр, а в Чикаго подкрашивают реку.